Что? А! Где я? А, опять эти сны. Они мне все еще никак не дают мне покоя. Простите, ребят, я не представился. Семён. Семён Поншин. Но вы можете звать меня просто Семён. Так. Я вам сейчас одну очень интересную историю вам расскажу. Однажды я, когда прибирался в комнате, и недавно заметил какой-то старинный свиток. Я уеду в Комарова. О, а это еще что? Ой, какой-то странный свиток. Интересно, в чем? Что в нем? А, это же это письмо от мышницы. Надо будет мультяшкам это показать. Может, потом они уже обзавидуются потом. Эй, Лавтяш, смотри, там какой-то свиток от Сумишниски. Так, наподобен солнцу на рассвете, мечтают быть тобою дети, Ты понял? Собирай наших. Я почему вас всех собрал? Потому что, когда я прибирался, я нашел вот этот старинный свиток. В нем сказано, что если все мультяшки будут отдыхать в реальном мире, то тогда вам следует использовать волшебное зеркало. Вон там, которое находится. Если вы не будете использовать это волшебное зеркало, то тогда параллельный баланс вы все нарушите потом. Возникнет хаос. Поэтому я вас сюда привел. А может, съездим отдохнуть? Хорошая мысль, Васяша. Ну, например, мы можем поехать на Термина. Там, кстати, вообще-то, между прочим, все купаются тут. Это база отдыха такая. Тут есть и купание, и банька, и это кафе. Еще можно купить круг. Шезлонги есть, да, и все. Короче, рекомендую. Будем устраивать пикник. А мне нравятся хорошие пикники. Спасибо, Патерша. Я знал, что на тебя можно положиться. И что теперь делать? Будем собираться. Собирайтесь, едем сейчас же. Поехали! Ух ты, а я вижу Тельмана. Приземляемся. Добро пожаловать в рай. Ух ты. А вот так. А вот так. А вот, а еще разок. Ой! Алло, шеф, вы нас слышите? Алло, шеф, вы нас слышите? По-моему, он нас не слышит. Вы замолчите, алло, шеф. Что вы на этот раз придумали? Какой еще один правильный план? Тут
что я не пойму, куда они подевались. Эй, Бамбино, ты посмотри, как интересно. Мама мия. Это они. Где? Вот там. Теперь-то нет нас не улизнут. Дольче вита куатро пеце пербаку лучшего бамбина мия. Бамбини. Сейчас будем брать элементы. Тихо ты! Ну что, мне чихнуть нельзя? Я тебе чихну, пермите перматора по борте лизола луна бедарта. Что это за звук? Так беспокоен. Ее лицо таким и останется. Как она, доктор? Все будет хорошо. К счастью, вы сразу же доставили ее сюда. Сколько я буду здесь лежать? У меня есть дела. Ну, полагаю, как минимум несколько дней. A few moments later. Ты здорова, Радуга. Подожди немного, и ты вновь станешь прежней. Всего хорошего. Береги себя. А тем временем... Вы крепко сели на мель. Эй, вы, свиные пятачки! Я недавно наблюдал за биноклем и увидел, что кто-то украл какую-то фамильную ценность. Срочно догнать их! О боже, что делает кретино? Сейчас питаетель, он вано стайкует, сетану в руки до дьявола, пудово на пире, пароли полуобита, дольче витая свинитка, мама мия, как ты правда. На следующий день. Ах ты, нехорошее животное! Так, гангстеры, я вам предлагаю вам небольшой разговор. Если я еще раз увижу, что вы будете украсть наши вещи, то я не знаю, что я с вами сделаю. Порву вас! А вот если же нет, то запомните, нас зовут Семен Коншин Равагадыш. И мы сами можем решать свои проблемы. А мы уже новое наказание придумали. Совсем для вас. Вы уже, наверное, знаете сами. Только не это, Жем. Квето дыре боляре мани. Сентименту. Пер фортуну венту инкредибиле. Только не это, Жем. Бабене. Не-не-не-не. Никаких помилований. Следуйте за нами. Кусай. Не могу. Кусай через не могу. Открывай пасть. Вот, молоток. Тебе чеснок. Да не в рот, в нос. Мужик. Так, следующий заключенный. Пошел? Так не. Так, ну тогда... Руки вверх. Да, стоять! Всех перебьем! 6 hours later. Ох, кажется, победили. Надо бы, наверное, капитану Смоленкову об этом рассказать. Он аж упадет аж. Неплохо, неплохо. Все же они получили свой паёк на сегодня. Ребята, вы славно потрудились. Джентльмены, поздравляю вас с победой. Такой успех нужно срочно отпраздновать. Угу, я так радовнуюсь. Добро пожаловать в подзорную трубу. Так, я закажу этот... Красбургер...
потом это чай Липтон и диск мультфильмов и шоколадное яйцо, капитан Врунгель, петрушка и киндер-сюрприз «Остров сокровищ». 2 hours later. Я здесь все принес, поэтому разбирайте, что нравится. Прекрасно отпраздновали эту победу. Друзья, постойте! Я верну вашу фамилию ценность! О, спасибо, сэр. Да, кстати, сэр, а кто вы такой? Позвольте представиться, Каркарыч. Каркарыч, старый моряк и солдат. Недавно отслужил военно-морскую армию и вернулся. А сейчас он музыкант. Характер общительный. Не женат. Очень приятно с вами познакомиться. И да, спасибо, что вы вернули наши элементы гармонии. Я вам так очень благодарен. Да, спасибо. Ребята, давайте жить дружно. Вот так, друзья, закончилась эта наша история. Но мы вообще-то с вами не прощаемся. Надеюсь, что мы еще встретимся. До новых встреч.